Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 15-го каталога Faberlic, много интересных новинок, итак, давайте начнем. Каталог уже действует 3 недели, в этом плане все нормально. На первых страничках у нас Dream Therapy. Мне очень зашла эта серия. Классная ночная маска для лица. Во время беременности я от нее отказалась, потому что спала. А сейчас все отлично. Все прекрасно. Маска для лица ночная потрясающая, со скидкой 50%, но все равно дороговато. Можно эти продукты брать в Faberlic Life. Очень нравится расслабляющее крем-масло для душа. Я вам уже не раз его хвалила, говорила. Оно прекрасно пенится. И действительно, там есть в составе масла, которые делают кожу очень мягкой. Аромат держится на теле достаточно долго. Я люблю принимать с ним душ перед сном. Можно как с мочалкой, так и без мочалки. Классно. И мисс для тела, для сна тоже вообще потрясающий. На подушке девчонки мне подсказали распрыскивать, я и сама до этого дошла, потому что аромат крутой, и я его на подушечке перед сном иногда распрыскиваю. Faberlic Like. Все равно вопросы задаются по этой программе, девчонки. Два каталога подряд. Делаем заказы 1000 рублей и оплачиваем их вовремя в пределах этого каталога. Следим за датами, когда каталог действует, да? И тогда на третий каталог у нас в личном кабинете, когда оформляем заказ, в промо-акциях появляется вот эта акция Faberlic Like, где мы можем выбрать любой продукт из каталога, кроме одежды и посуды, со скидкой 70%. Вот, например, вот эту ночную маску. А скидка 70% у нас от черной цены, то есть от белой местами, да, от 1200. То есть если 50% это 600 рублей, 75% это где-то еще 150 рублей, да, где-то 450 рублей она обойдется. Может быть, даже дешевле. Вообще здорово. Серия Океанум мне не очень понравилась. Не то, что не очень понравилась, она хорошая, но я считаю, что цены завышены, потому что серия Викенд ничуть не хуже по действию. Кислородная пенящаяся маска супер. Буду ждать на нее скидку или возьму по Faberlic Like. Вот она, допустим, по Like будет 200 с небольшим рублей. Классная цена. И маска классная. Ее хватает не на много применений, где-то на 10. Кстати, девчонки, сейчас дозатор перестал у меня выдавать маску. Я подумала, что она кончилась, а у нее вот эта вот крышечка откручивается. Я открутила, а там еще где-то вот столько. Представляете? То есть не достает то ли трубочка, то ли еще что. Ну, в общем, я теперь ее достаю оттуда с подручными средствами. Да, ее еще там много. Поэтому, в принципе, нет, ее намного хватает. Раз на 20, мне кажется, точно хватит. Серия Global Oxygen мне тоже очень нравится. Она здорово работает, делает кожу какой-то свежей, что ли, не знаю, вот нравится и пенка, и маска ночная тоже, потрясающие продукты. Помощнее, посильнее, чем кислородный баланс, если такой артиллерию хотите, потяжелее. А кислородный баланс у нас где? Так, это, да, вот, у кого жирная кожа и до сих пор даже в холодное время сильно жирнится, вот, дневной крем для лица, кислородный баланс неплохо матирует, справляется с этой задачей. У кого сейчас уже начинает сохнуть кожа лица, кислородное сияние, советую присмотреться. Я когда только пришла в Faberlic, уже 3 года назад, получается, я вот эту линеечку взяла на пробу, и у меня была комбинированная кожа, местами прям сохла до шелушений, когда наносишь тональный крем. Были шелушения эти видны. И вот кислородное сияние меня прям спасло, скажем так. Хорошие ценники на Axiology. Я советую здесь всегда присмотреться к отшелушивающему скрабу. Хорошая на него цена. При покупке 2 позиций срабатывают желтые ценники. Он обалденный. Какой обалденный скраб? Вру я вам. Гамаш обалденный. Вот он. Он дороже, а нет, 199, смотрите, вообще будет, я такую цену на него не помню. Он действительно очень классный, он дарит свежесть, упругость, хорошо очищает там мелкие частички, и кожа после него как будто дышит, как будто наполняется кислородом и дышит. Вот эти средства я не люблю, они мне щиплют глаза. Но кто-то их очень любит. Набор карбокситерапии 749 рублей. Отличная, замечательная цена. Мне нравится все 3 продукта применять одновременно. У меня всегда эта система есть. Может быть, и в этот раз возьму. Я ей регулярно пользуюсь. После нее кожа упругая, подтянутая, очищенная. Мне очень нравится эта система. Я ее прям обожаю. Эликсиры у нас с вами будут при покупке 2 средств вместе с кремами Варио по желтым ценникам. Да? Мне очень нравится аквалифтинг. А вот этот, господи, я не буду язык коверкать, девчонки, но вот этот, короче, сияние мне не очень понравился. А вот аквалифтинг зашел. Обожаю питательный крем, да, как раз питательный крем у нас здесь. На холодное время года у кого нормальная, комбинированная, сухая кожа, это просто находка. Он такой плотненький, так же, как и крем для век, плотненький. Кто не любит жидкие текстуры, он плотный, его здесь много, хватит надолго. Он плотный и очень
хорошо распределяется, несмотря на все на это, не оставляет жирной пленки на лице, быстро впитывается, и кожа после него напитанная, но без утяжеления. Поэтому мне прям в прошлом году, на холодное время года, он зашел. BioGlow тоже очень нравится линейка. Классная, здесь есть витамин С, поэтому она у нас антивозрастная. Витамин С хорошо борется у нас с возрастными изменениями. Мне здесь только не нравится ночная маска желе, она мне утяжеляла и забивала поры. А так линейка вся, все остальные продукты просто потрясающие. Снова у нас пилинг по хорошим ценам. Смотрите, набор, первые два шага 749 рублей, три шага 999. Многие очень любят третий шаг использовать как крем, да, это крем, просто крем. Я использовала другой свой любимый крем, мне не очень понравился этот шаг С. Шаг А – это, собственно, сами кислоты, это жидкая гелевая консистенция, а шаг Б – это микроэмбразия, это пилинг. То есть типа гамажа, кислородная аксиология, типа гамажа. Вот эта вот штука. Поэтому, если вам нужны просто кислоты, можно взять шаг А. Можно взять его тоже по Faberlic Like, он выйдет 200 с чем-то рублей всего лишь. Это кислоты. Сейчас начинается уже холодное время года, да, и пора применять кислоты, ухаживать за своей кожей, избавляться от пигментных пятен, избавляться от морщин, скажем так, да. Сыворотка для роста бровей будет по скидке. Я их не разделяю, я какая по скидке всегда такую и беру, и мажу и бровки, и реснички, и результат огонь. Работающие сыворотки. Маски по желтым ценникам будут в этом каталоге. Я не люблю ни одну из них. Ну, неплохая, конечно, охлаждающая, освежающая вот эта. И эти тоже, они неплохие. Но от них вот легкое увлажнение, больше ничего, девчонки. Я за такую цену, мне на три применения этой баночки хватило. Я за такую цену не возьму такие маски. Даже по желтым ценникам за 399 рублей, я считаю, это дорого. Вот эти маски по 119 даже, это тоже заоблачная цена. Мне они вообще не понравились, ни одна. Я их перепробовала, тестировала, и у меня кожа после них выглядит еще хуже, чем до применения этих тканевых масок. Поэтому нет, нет, еще раз нет. Ну, кто-то тоже любит, кому-то подходит. Все как бы возможно. На холодное время года еще можно присмотреться к крему Лав, вот этому здесь 100 мл, довольно большая баночка. У меня ребенок пользуется на постоянной основе этим кремом, старшая дочка. Ей очень нравится, 249 рублей, хватит его надолго. Он хорошо увлажняет, хорошо питает, хорошо избавляет от сухости, успокаивает кожу. Он, видите, 4+. Можно деткам своим, как бы сейчас на холодное время года, щечки смазывать и так далее. Ну, 4+, да? 4+, да, с 4 лет только, к сожалению. Ну, у нас есть еще в детской линейке для малышей классный крем. Новинка мужского аромата. Будем с вами обязательно брать пробник. В этом каталоге у нас с вами коды пробников подписывают. Это очень важно. Слава богу, потому что иногда девчонки замучиваются их искать, в том числе и я тоже. Аромат будет стоить 999 рублей по скидке, то есть достаточно дорогой аромат Faberlic, да? То есть это уже 50% скидка на него они сделали, получается. Будем тестировать, посмотрим. Если хороший аромат, конечно, супругу своему возьму. Сейчас он Дон Леон никак не может добить. Стоит уже неизвестно сколько. Классный, кстати, аромат Дон Леон. Вот у нас пробники на те парфюмерные воды, которые есть. Они у нас напечатаны, но не на все. Видите, на эти нет. На Атлантик, Пацифик есть пробнички. Здесь есть пробник. В общем, не на все ароматы, но они, слава богу, есть. Хотя бы не искать уже на сайте. Вот на зефирку пробничек, да. Мы с вами тестировали аромат. Мне понравился, но я его поносила несколько дней. Несколько раз повторила, поняла, что полноразмерку не хочу, все-таки нет. Он очень интересный. Кто не смотрел, я описывала свои ощущения в предыдущем заказе Faberlic по 14-му каталогу, да, можете посмотреть. Он интересный, он достойный. Мурмур пользуюсь, кстати, с удовольствием сейчас на холодное время года. Вообще потрясающий такой согревающий аромат, неприторный, замечательный. О, еще у Феерика Мансуэли есть гели для душа. Может быть, возьму по акции. Да, желтые ценники у нас здесь. Мне очень нравилась вот эта туалетная водичка, парфюмированная вода. Потрясающая была. Давно ее уже сняли. Многие ее любили. Очень жаль. У Феерика Мансуэли тоже неплохая, но она чуть попритернее, чем оранжевенькая. Я прямо ее любила. Это единственный флакон, который я практически моментально добила туалетной воды Faberlic, парфюмированной воды. Прямо он улетел у меня за раз. Классная. Нравилась с удовольствием, прям на сила. Так, дейзики у нас будут по 109 рублей. Женский. Инкогнито только. Остальные мужские по 129. Цены растут. Гели для душа парфюмированные тоже. Можно брать, чтобы потестить аромат, понравится, не понравится. Вот новиночка какая интересная. Хочу. Что-то буду брать, скорее всего, румяна. Пудра. Бронзер. Мне кажется, ни туда, ни сюда будет. Потому что вроде и не бронзер, и вроде и не пудра. Как это может быть пудрой такая темная, да? Я подумаю. Румяна очень хочется такие взять. Пудра-хайлайтер.
Интересная задумка. Не хватало таких продуктов в Фаберлик, если честно. Будем что-нибудь с вами брать и обязательно тестировать. Еще одна новинка – тональное средство с сиянием. Не знаю, насколько здесь будет сияние, что здесь шиммер у нас не шиммер. Здесь еще SPF 25. Не знаю, хочется взять. Хотя у меня кушон в использовании, оно будет лежать мертвым грузом. Плохо, что на такие средства не появляются тоже сразу пробники. Хотя, может быть, и будут. Будем искать. Из пробника попробовать, и вообще как бы красота, да? И снова моя любимая тушь за 199 рублей, но, правда, в черном оттенке. Второй каталог почему-то ее уже распродают. Я обожаю в коричневом. Мы с вами уже выяснили, что в зеленом и в синем оттенке она приходит паршивого совершенно качества. Что она сразу сухая, она сразу комочками. Девчонки все это подтвердили. А черная и коричневая очень достойные, которые делают ресницы просто потрясающими за облачной длины и объема. Ну, великолепные. Никаких нареканий к ней нет. Вот эта тушь тоже хорошая. Мне очень нравится. Тоже классная. Мисс Кёрл. Очень люблю. Но вот пока только First Class коричневая. Она просто шикарная. Просто. Так. Подводка у нас не новинка. Они уже были. Желтые ценники на палеточке. Мне очень нравится вот эта теплая палетка 57-38. Здесь очень удачные оттенки. И она по качеству неплоха. Ну, по сравнению, по крайней мере, с другими палетками. Сейчас посмотрим, какие на помадке у нас будут тут скидки. Ухаживающая помада для губ Glammy. Ну, это так, побаловаться. Она действительно бюджетная. 1 плюс 1 равно 3. Это нет. Это просто они все будут по 166 рублей. А бонусы покупки. Бальзамчики для губ. Новинка. Я надеюсь, они будут лучше, чем предыдущие, потому что предыдущие мне сушили губки. Возьмем с вами какой-нибудь оттеночек, потестируем. Они вот наоборот, их наносишь, у меня одно время сохли губы, но в холодное время они сейчас часто будут у всех сохнуть, трескаться, может быть, даже, да? И хочется бальзам действительно питательный. Или чистый вазелин на губы, да? А вот эти бальзамы мне по факту делали губы, ну не вот эти, а предыдущие версии, еще суше. Сатиновая помада... Сатин Кисс мне, кстати, очень нравится. Она с насыщенной пигментацией, но очень мягенькая. На холодное время года сейчас вообще отличненько. 199 рублей. Блески не люблю. Фаберлик уже говорила, потому что липнут сильно. Кисти. Мне кисти новые вообще не понравились. Пользуюсь старыми, пока они живы, буду пользоваться ими. Новые мне не зашли. Здесь у нас гладкие пяточки по 99 рублей. Надо запасаться. Это классное средство от сухости стоп и рук. Кутикулы я на ночь наношу как крем для рук. И обалденно. Здесь 30% глицерина. Обалденно смягчает. Средство супер. Кто попробовал, все хвалят. Некоторые даже его на лицо наносят. Честно, мне девчонки писали. Да. Прокладки. Прокладки будут у нас по 149 рублей. Два каталога назад они тоже по такой цене были. Будем опять с вами брать в запас, потому что они потрясающие. После них у меня меньше болит. Болел живот. Сейчас он пока у меня вообще не болит. После родов, да. Слава богу. И девочки многие мне писали в комментариях, что отметили тоже, что у них болезненные ощущения гораздо стали менее дискомфортными, снизились после вот этих вот прокладок фаберликовских. Дейзики. Дейзики, мне кажется, в принципе, то же самое, что и предыдущая версия. Сменили упаковку и не более. Так, у нас здесь новинки. Beauty Cafe, лаймовый сорбет. Вот я что возьму, девчонки. Я ждала этого, потому что другие ароматы в формате XL мыла жидкого мне не нравились. А лаймовый сорбет, я обожаю аромат, что мочалку. Он классно освежающий, такой зелененький. Действительно лайм. Обязательно возьму вот это жидкое мыло, буду переливать его во флакончики. 199 рублей, 500 миллилитров. Шикарненько. Вот эта мочалка, кстати, в ходу. Она классная и здорово умываться. Вот эта сторона у меня не в ходу, она просто мягкая. Но это антибактериальная, написано пряжа здесь. Скрабирующая сторона мне очень нравится. Для тела я ее использую. В основном для тела. Классно. Она маленькая, такая небольшая, но она здорово шлифует, скажем так, тело, да? Так, новинок Бонжорно нет. Желтые ценники на Ля Крем. Про новые шампуни и бальзамы и маски из серии Эксперт. Понравились, слушайте, обязательно. Потом возьму, наверное, зеленые линейки потестировать. Нет зуда. Я вчера буквально написала пост в Инстаграм. Кто не видел, ссылка на Инстаграм под видео, проходите, подписывайтесь. У меня был вот этот шампунь, и вот эта маска и есть, да, для сухих, ломких и пористых волос. Зашли. И нет зуда. На прошлую серию у меня на все, кроме черного шампуня, был зуд. Я перепробовала все шампуни из линии Эксперт, и на все был зуд. А здесь нет, уже 3 раза. 4 уже, получается, я помыла голову, и зуда нет, слава богу. Смотрите, в объеме XL появляются эти шампуни. Вообще отлично, замечательно. Я не очень люблю такие шампуни, потому что я беру много всего нового, и мне хочется, чтобы побыстрее баночки кончались. Поэтому буду брать или не буду, подумаю.
Я взяла бы вот глубокое восстановление себе сейчас, потому что волосы поврежденные. Шампунь хорошо промывает волосы, очищает их не до скрипа, но очищает, не спутывает. Маска действительно питает. После первого применения как-то кончики были суховаты, а уже после второго, третьего все нормально. Когда применяем вот такие вот средства питательные для волос, раз в неделю обязательно я использую черный шампунь, чтобы очищать. На втором месте в шампуне в составе SLS, имейте в виду. Кому это важно? Так что понравились. Здорово. Хотя бы подходит хоть какие-то шампуни Faberlic. Это очень ценно. На осветлитель. А, на краску. На краску у нас с вами Faberlic Expert Color будет хорошая акция. Да, она сейчас у нас дорого. Последнее время всегда бывает. Поэтому да. Мне даже, честно, вот больше, чем Арису понравилась серия Эксперт новая. Хотя вот эти два средства тоже очень зашли, пользуюсь с удовольствием. Но вот сейчас пока рука тянется прям к Эксперт. Шампунь и бальзам советую блондиночкам, потому что действительно нейтрализует желтизну. Набор будет по хорошей цене. Шампунь, он такой темно-темно-синий, но мне больше маска нравится. А шампунь, ой, а бальзам, он чуть-чуть подкрашенный, совсем чуть-чуть. А маска, она тоже, где она у нас, вот она тоже темно-темно-синяя. И действительно нейтрализует, действительно это проверено. Форматикс или еще вот у нас ботаника шампунчики. Детская линеечка. Так, по 199, по 179. Вот крем у меня закончился. Вот этот, он потрясающий. Мне так понравилось. И быстро, очень практически, моментально успокаивает покрасневшую кожу ребенка. И на ручки на свои мне нравится его наносить. Поэтому крем вот этот буду брать обязательно. Гели для купания пока в запасе есть. И, конечно, буду брать салфетки. Кофе у меня тоже есть в запасе. Смотрите, но пока можно взять в баночке. Выгодно, 299 рублей. Ну, не очень выгодно, потому что здесь 299 рублей 200 грамм. А здесь 299 рублей у нас с вами 95 грамм. Поэтому, конечно, выгода так себе. Но дешевле, я думаю, чем эта цена, он уже не будет. Я думаю, с вами пролистываем. Здесь, по-моему, никаких у нас новинок нет. Буду брать опять кетчуп, естественно. У нас быстро уходит. Надо две штуки брать, наверное, точно. По Faberlic Like еще не решила, что-то из косметики, скорее всего, возьму. Потому что всего остального навалом в запасах. И суп, и коктейль у меня есть. Живицы много. Дочь пропивает. Поэтому, да, вот у нас с вами новая линеечка. Очень интересная, яркая, но, мне кажется, не под каждый интерьер подойдет. Не знаю, я такие подушки не взяла бы. Сейчас как-то в моде лаконичность, в моде однотонность, да, спокойные пастельные тона. Такая красивая вазочка, подушечки, ваза для цветов. Так, а это что у нас? Это просто. Это просто. Вот такие горшочки и вот такая скатерть и доска мне тоже далеко не кажется, не под каждый интерьер подойдет. Но у кого кухня в таких тонах, возможно. Кружечка. Интересное, интересное решение. Девчонки мне очень нахваливали вот эти вот лопаточки. Сказали, что качество прям шикарное и оправдывает за свои деньги. Девчонки, кто брал, напишите, действительно ли так, что прям вот да, действительно за одну лопатку можно 250 рублей отдать. Напишите, пожалуйста, свои отзывы. Хочется взять, конечно, протестировать. Сравнить. С качеством Fix Price, Galamart. У меня много всяких лопаточек тоже было. Будем обязательно запасаться каким-нибудь кондиционером. Сейчас органа будет по скидке. Уже, видите, 169 рублей. Совсем недавно 149 были. Уже все, прашки по хорошей цене, лучшая цена года. Ну, не года, в начале года еще цены, мне кажется, были подешевле, но 299 рублей, хорошая цена, тоже надо в запас обязательно взять себе порошочка. А пятновыводители, отбеливатели по желтым ценникам будут. Мне не понравился совсем спрей, он ничего не делает у меня. Не знаю, кто-то его любит, у меня ничего. Белых рубашек у меня нет, застирывать манжеты и так далее. И вообще застирывать я терпеть не могу и не буду никогда. Средство должно само по себе работать. А вот этот работает. Я его наливаю на пятно и потом бросаю в машинку, и все отходит. Ну, даже не бросаю в машинку, наливаю на пятно, и пятно исчезает. Вот этот работает, да. Так, освежитель у нас с вами. Смотрите, акваспрей по 109, тоже только недавно были 99. Средство для мытья посуды в этот раз у нас я взяла уже себе в запас. Хватит. Обновленное средство для ванны теперь в таком вот оливковом салатовом цвете, да, слаймом оно у нас теперь будет. И концентрированное моющее средство универсальное. Я его брала всегда для полов. У меня давно его, кстати, нет. Надо взять, написана усиленная формула. Надо взять, потестировать, тот ли аромат. Цветущая липа написано. Я обожаю ароматы цветущей липы, но мне прошлое почему-то пахло свежескошенной травой, и за это я его, собственно говоря, и обожала. Здесь у нас дальше с вами лапки лап и Lovely Moments. Мне вот эта серия не понравилась. Очень яркая, сильная какая-то отдушка.
которая как в бьюти-кафе «Малина», да, с чем-то там у нас не понравилась. Нету крема «Сильная душка». Мне даже звонили из горячей линии Faberlic, спрашивали отзыв на этот крем. Я сказала, что ставлю 4 из 5 только из-за одушки. Вот так, девчонки. Так, это у нас что? Термобелье для ребят, девчат. Здесь пока сильно много тоже новинок никаких нет. В 16-м каталоге красивое белье будет. Я вам уже говорила, я там на него глаз положила. Костюмчики. Для мужчин, кстати, классная коллекция, мне нравится. Но цены, конечно, вообще заоблачные просто. Цены заоблачные. Кепки такие, я не знаю, кто носит сейчас, понятия не имею. Классная пальтушечка. Пончо. В принципе, тут не на что больше глаз положить. Ну, кому интересно, тот одежду сам посмотрит, да? Так, обувь у нас здесь по 3000 каждая. Я, кстати, мне нужны кроссовки теплые, вот мне нужны они. Я бы вот такие бежевые, может, и посмотрела. Но я сначала похожу по магазинам, посмотрю цены. Потому что выйдет 2999 со скидкой консультанта, ну, 2,5 пусть где-то. Ну, это приличная цена, да. А так посмотрю, может быть, и Faberlic закажу. Похожу по магазинам, вот они как смотрятся, здорово. Хотя я бы такие взяла, наверное, черные сейчас. Потому что у меня... Жалко, черных нет. Или вот эти, вот, да, Сильвия, черные. Что-то как будто темно-синий какой-то мех. А, синие, нет, они синие. А черные вот эти, но они без меха. Вот такие, но они громоздко смотрятся. Надо на сайте еще будет посмотреть, новая коллекция. Так, и в подарок у нас здесь будет новинка 16-го каталога. Это кремовая палеточка помадок. Два варианта здесь будет. Но не такой подарок, как в нынешнем 14-м каталоге, поэтому кто не успел зарегистрироваться и получить 1000 в подарок, регистрируемся скорей. Последний день воскресенья. До 10 вечера надо успеть оформить заказ, чтобы эту 1000 списать. Да, обязательно. Акция классная, крутая, с 1000, поэтому успевайте. Ссылка всегда на регистрацию под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем с вами общаться. Я надеюсь, обзор был вам полезен. Пишите, какие новинки будете брать вы. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.